Всем привет, это видео, посмотрим, как идут игры на смартфоне Samsung Galaxy A10. Начнем с первой игры. Давайте начнем с Need for Speed Most Wanted. Так, к сожалению, GTA San Andreas не поддерживается на устройстве, просто его нет в Play Market для Samsung Galaxy A10. Поэтому посмотрим на примере других игр, которые нормально с Play Market будут работать. Need for Speed одна из таких игр. Смотрим, как она работает. Вот, запустился Need for Speed. Работает здорово. Ну, на самом деле, эта игра плохо работает только на самых бюджетных устройствах, где прям откровенно плохое железо. Только там она может подтормаживать. На чуть дороже устройствах среднего сегмента, то тут все работает супер всегда в этой игре. Ну, показываю, что Galaxy A10 является бюджетным устройством, и на нем работает Need for Speed. Хорошо. Закрываем эту игру, переходим к следующей. Так, следующая игра будет PUBG Mobile. PUBG Mobile самая требовательная игра на данный момент, одна из самых требовательных. Она поддерживается, она есть в Play Market, GTA San Andreas, к сожалению, почему-то нет. Увидите уже игровой процесс, загрузку я пропущу. Так, загрузилась игра, показываю настройки. Графика на среднем уровне, то есть высокая, есть еще максимум и ультра. Максимум не поддерживается. И частота кадров высокая. Есть еще ультра частота кадров, ее тут нет. Тоже не поддерживается. Вот, только высокая графика, то есть средняя в PUBG Mobile. И, в принципе, устройство, ну, более-менее справляется с этим уровнем графики. Не тормозит. Если есть какие-то тормоза, то на игровой процесс не влияют. В целом, достойно работает игра. Закрываем PUBG Mobile и покажу еще на примере одной игрушки. Это Injustice 2. Запускаем, и видите уже также игровой процесс. Ну вот, загрузился Injustice. Все работает. Игра работает. Полный порядок. В общем, такая ситуация с игрушками на этом устройстве. Те, что есть в Play Market, те же поддерживаются, они работают хорошо. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!